Никогда не задумывались, где находится ресторан, в котором беседовали Томми и детектив Норман? Да, Томас упоминал, что сразу же после убийства Сэма уехал со своей женой из города. Да и логично, что возвращаться в Lost Heaven опасно. Но вспоминаем самую начальную катсцену, где нам показывают, как Том на метро доезжает до этого же ресторана. И судя по всему, как бы нам показывали Lost Heaven, и, соответственно, эта локация тоже в Lost Heaven. И тут я сразу принялся ее искать. Первый ориентир – станция Джулиана, то есть станция метро, находящаяся рядом с мостом Джулиана. Потом я начал искать какой-нибудь ориентир, чтобы точнее понять, от чего отталкиваться в поиске ресторана. Вот, пожалуйста, стена из повторяющихся текстурок. И вот она в игре. Траектория похода главного героя относительно этой стены по диагонали через улицу. И по диагонали через улицу нас ждет разочарование. Причем здание с дверью на углу не заменяет ресторан, ведь оно есть и там, и там. А на месте ресторана поворот. Почему все вокруг путают нас с тобой? Мы один человек. Правильно.